have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. И да, мы с вами опять здесь. Если кто не узнает, это место возле портала. Это начало у нас четвертого этажа. Оу, я не сюда пошел, чтобы показать вам. Как вы понимаете, ну, я думаю, вы уже сообразили, как я здесь оказался. Очень нехитрыми комбинациями меня просто убили. Я вам сейчас вкратце расскажу, что случилось. После прошлой серии у меня конкретно сорвало резьбу по этой игре. Это, ну, как бы, я думаю, вы понимаете, почему это случилось. Я сначала загрузился и просто попробовал убивать одного из этих рыцарей, пока он не встал. Пока он не ожил. Пока они не ожили, убить его невозможно. Но я так понимаю, что убить его возможно после того, как он ожил, потому что, ну, когда я закрылся от них, они, видимо, пытаясь меня ударить, они же бьют и друг друга заодно, и поэтому, помните, тот рыцарь, который валялся мертвый, я с него подобрал еще кристалл синий. Вот, да, значит, их можно убить, но когда они оживут, но явно это сделать невозможно мне, то есть, как бы... Наверное, я так предполагаю, что если достаточно долго бегать по кругу и уворачиваться от ударов, они будут махать своими длинными алебардами, и один убьет другого, а мне потом останется убить второго, но убить даже одного из них, это, я так понимаю, что непосильная задача. Так вот, после того, как я еще немножечко побегал, и было принято решение, что пути назад я уже не найду, и пить банку я не буду, пусть меня просто закинут... на последнюю точку загрузки, и, блин, меня закинули на последнюю точку загрузки, только не на начало той комнаты, а на начало этой комнаты. И, как вы видите, у нас нету еще ни той брони, ничего. Я оказался, реально, загрузка привела меня на начало этой комнаты. Теперь, после всего этого я немножечко подумал, подышал, успокоился и пошел в интернет, серьезно. То есть, до этого мне вполне хватало каких-то ваших советов и подсказок из комментов. Я мог с этим жить. С вот этой вот Чубакой, которая здесь бегает, и с теми рыцарями жить у меня уже не получалось. Поэтому я пошел искать ответы. Давайте рассортируем. Во-первых, по Чубаке. Я старался найти для себя какую-нибудь информацию... Надо сейчас слушать хорошо, кстати, если что, пытаться. Старался найти для себя информацию без спойлеров. Кстати, у нас там скелеты будут с длинным или с коротким оружием. Давайте-ка я переключусь на меч и щит. Вроде бы как у меня получилось найти особо без спойлеров. Я так для себя и не узнал, сколько здесь... Блин... Теперь тут страшно ходить. Так и не узнал, сколько здесь уровней, в конце концов. Так и не узнал, кто здесь финальный босс и чем это все закончится. Это круто, это хорошо. Я доволен. Что я узнал? Ну, грубо говоря, будем называть вот это вот четвертым этажом. Вон там, вон, если пойти влево в начале, туда, куда я пошел, это будет переход сразу на шестой этаж. На шестой, Карл. Поэтому не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Это такой шорткат через, получается, два этажа. То есть через весь этот... Ну, не через... Ну, да, получается, через весь этот и через весь пятый. И туда я попадаю явно очень сильно рано. Мне туда не надо. Мне нужно исследовать этот этаж и на этом этаже найти выход дальше. Не идти туда, а на этом этаже вроде как должен быть выход дальше. Насчет Чубаки, которая здесь бегает. Есть несколько способов, что с ней делать. Во-первых, просто стелсить. Честно говоря, мне очень не нравится этот способ. Просто стелсить, и если вдруг эта штука нас заметила, у нее проблемы с дверями, но это мы еще тогда заметили. Просто вопить и прятаться от нее. И надеяться, что она нас не найдет и всякое такое. При этом, естественно, по пути подохнув пару раз. Ну, как бы, куда же без этого.
Это первый способ. Второй способ потратить непонятно сколько времени, сил и всякого такого, все-таки убить ее, потому что урон проходит. И то, что для меня было важно в прошлой серии, я узнал, что эта штука не бессмертна. Ее можно зарубать. И теоретически, потратив там, не знаю, может быть банку, может быть две, может быть несколько загрузок и попыток, но эту штуку можно убить. Я не уверен, что я хочу этим пользоваться. Еще один способ, это которым воспользовался тварю за ногу. Отвали от меня. Видите, щит меня, кстати, довольно неплохо спас. Чё ты на меня? Минуточку, ты не скелет? А это как вообще? Я думал, тут только скелеты будут. Ха! А вот это интересное кино. Хорошо. В общем-то, я же говорю, что я видел один способ, как один парень запер эту чупаку вон там вон на входе в двери. И просто через решеточку заколупал ее мечом. Но это как мы тогда справились с скелетом. Тогда со скелетом мы справились абсолютно случайно. Он там... Нечка, мы в этой комнате не были. А это какая-то важная комната. Давайте. Теперь есть смысл запирать двери. Пошли вы все нафиг. Тут есть записка, тут есть стол. Мы в этой комнате не были. И ладно, раз уж перед тем, как мы начнем читать записку, скажу завершающее про чубаку. Я знаю, что на этом этаже где-то есть яма. Я не знаю, где она находится и в какой комнате, но это вот еще один способ справиться с чубакой, это свалить ее в яму и при этом самому не сдохнуть. Это будет сложно. В общем-то, вывод в том, что мы остаемся на этом этаже и будем каким-то образом сейчас пытаться мириться с чубакой. Я никогда не был так напуган. На меня напало огромное ужасное создание. Может, демон? Я попытался его подчинить, но хотя его ум был абсолютно беззащитен, он не обращал внимания на мое умственное вторжение. Я был в состоянии лишь ввести его в заблуждение и уйти. Но я беззащитен против этой твари. Я больше не осмелюсь выходить наружу. Эти мертвые стражи, возможно, я смогу призвать их к действию. Не думаю, что они смогут сделать хоть что-то против такого монстра. Но его отвлечение могло бы мне помочь бежать. Ага. В общем-то, смотрите, интересный факт номер 384. Пока я вчера искал некие ответы, я наткнулся на старые версии геймплея Экзанимы. Смотрел их исключительно... урывочно, для того, чтобы, опять же, ни в коем случае ничего себе не проспойлерить, но помните записку, которую мы нашли в начале комнаты, о том, что человек говорит, что... Ну, как только мы зашли на этот этаж, там была записка о том, как какие-то голоса его взывают, но только шлем спасает его от безумия и всякое такое. В старых версиях Экзанимы там лежала другая записка, которая предупреждала об огромном демоне. Видимо, та записка, которую мы нашли сейчас. Но, опять же, она была без перевода. Я не могу утверждать, что это была прямо она же, или она все-таки немножечко текста изменена. Хорошо, вторая записка. Свиток. Боюсь, мне недолго осталось. Я отказался от попыток сбежать от смерти. Это было глупо, но я так много сделал. Я должен попытаться передать вести Тавину. Он поймет важность моей работы, хотя я озабочен другими вопросами. Я верил в то, что знания Тавина были столь же бессмысленными, как и мои... собственные. Упрямо отказываюсь принять горькие истины. После того, что я увидел здесь, все кажется возможным. Остаток дня я проведу, узнавая все, что смогу. А я все еще могу быть полезен. Ага. Ага. Так, хорошо. Тут был парень, который прятался от Чубаки. С Чубакой-то мы уже встретились, черт побери. Поэтому морально я более-менее готов. В столе должен быть ключ. В столе есть камень. И, кстати, еще одни очки. Не знаю. Не знаю, зачем мне вторые очки. Чем больше очков вы наберете в этой игре, тем будет лучше, да? Ладно, это была плохая шутка.
Ладно, чувак нас выбежал, но, видимо, он уже был абсолютно безумен или зомби. Так, бархатная сорочка. Нафиг. Вот эти вот маленькие шкафчики, насколько я понял, они все-таки обыскиваются по отдельности, по одному, да? Да. Хорошо. Здесь был парень, который, видимо, мог управлять магией мозга. Кстати, насчет магии мозга. Вот эту вот штучку, вот этот ключик от поверенного. Я также узнал, что как только мы подбираем его, у нас появляется третий играбельный персонаж. В чем его особенности, я не знаю. Но то, что у нас изначально было два, неизвестный и христианин, то есть у неизвестного есть способности к магии, и у неизвестного есть вариант ходить со спутником. Это приводит меня... Ой, кстати, у него меч очень интересный, надо будет посмотреть. Да, он выглядит как зомби, но он человек. Я вообще не рассчитывал увидеть на этом этаже человека. Меч легкий, хорошо сработанный. А, это такой же, как вот этот у меня. Ну, да, он хороший, но у меня просто уже такой есть. Так вот, ребят, каким неутешительным новостям я пришел еще также. Я не уверен, что я смогу за христианина пройти игру до конца. Я вам сейчас объясню такую простую вещь. Я видел, как... Ну, не то чтобы билды, но я видел, как люди... Опять же, я не видел всю игру и как это делается, но я видел кадры, как это происходит, когда люди берут и играют за неизвестного, у которого есть вот магия захвата мозга. Во-первых, с тобой ходит напарник, человек, что уже хорошо. Ты не один в схватке, и у тебя есть какой-то момент отвлечения, где ты можешь переманить врага на своего напарника, и пока они там колбасятся, ты можешь нанести несколько хороших ударов. Здесь у меня момента отвлечения нету вообще никакого, и враг несется сразу прямо на меня. Тактически это неправильно. Это мне нужно, по сути, танковать, а танковать я не могу, потому что, ну, у меня не танковый персонаж пока что, по крайней мере. О! Фланцевая булава. Очень хороший дробящий урон, кстати. Очень хороший баланс и очень хороший импульс. Стоп! А почему бы мне ее не взять? Эта штука именно для того, чтобы хорошо замахнуться. Ой, я такое не видел раньше. Ну-ка. Это я заберу. Насчет тех маленьких синих камушков, которые мы видели, я сначала думал, что это микрозельца такие для выздоровления, но потом я подумал, что, возможно, вот эти живые доспехи, что это реально именно живые доспехи, то есть там нету человека внутри, и, возможно, вот эти камушки, они служат то ли каким-то топливом, то ли жизненным элементом, то ли что-то такое. Но употребить я их никак не могу к себе, по крайней мере. Ну, не знаю. Я бы на самом деле, если бы еще раз такое увидел бы, я бы его взял. Но я не уверен, что это привело бы к чему-то положительному. Эта штука для меня пока осталась абсолютно неизвестной. Так, хорошо. Мы сейчас, по сути, просто играем в прятки с вот этой фигней огромной. Блин, сколько же она весит, интересно. Просто раз тут все заточено на физику и на вес оружия и всякое такое. Сколько весит та тварь и какие у нее удары? То есть, кстати, смотрите, тут такие кабинетики. О, сундучок хороший. Но он выглядит как хороший. Штаны? Тканые брюки? Ну-ка, секундочку. Секундочку. А что у нас? А у нас похуже. Прикольно. То есть из хорошего сундучка вытащили неплохие штанчики. До свидания. Я эти сюда положу. Следующий, кто придет после меня, может забрать. Так. На самом деле сейчас стала атмосферка гораздо напряженнее. Знаешь, что эта фигня где-то там. О, свиток. Ну-ка, ну-ка. Наш славный герой. Всегда лишь убийца.
Теперь, когда его смертельная работа завершена, он не заботится о последствиях. Уничтожили своих богов, чтобы стать свободными, и проиграли. Я не забуду, кто спас нас от забвения. Мы были предупреждены, но худшее впереди, и наша гибель теперь неизбежна. Очень пессимистичный свиточек. Блин, надо было нагрести шкатулок, пока я был в подземелье. Их там было много. Сейчас бы я складывал свитки, было бы хорошо. Так, тут у нас тупика. Давайте в столе будет что-то полезное. Свиток. Ну, что тоже неплохо, кстати. Свиток это экспа. Достопочтенный Адерон. Я понимаю, что вы против, но я вынужден просить вас утаить свои опасения от совета. Вы не можете даже надеяться остановить все сейчас. Вы только доставите неудобства и сделаете еще хуже. Пожалуйста, помните об ответственности, которая возлагается при вашей должности, Тершин. Так, тут у нас сидели какие-то высокопоставленные перцы, то тут, то там. Видимо, они проводили какую-то фигню. Эта фигня вышла из-под контроля. Собственно, наверное, откуда и демон взялся. Насчет скелетов и зомби, это я могу понять. Это все, ну, грубо говоря, остатки жизнедеятельности. Это бывшие люди. Откуда взялось вот это вот говно мохнатое? Это вот, оно же явно не из этого мира. То есть я так понимаю, что они призвали что-то неправильное. Так, ладно. Там целое... Это не свечки, надеюсь. Я надеюсь, это свитки. Ну, еще один камушек. Камушек я заберу. Я не знаю зачем, но они мне нравятся. Я как сорока на все это, на все блестящее. Печать и кубик. Ха. Вы это слышите? Вы это слышите? Я не хочу выходить из этой комнаты. Так, перчи. Неудобство 2,5. Да не меч. Знаете, было бы очень круто, если бы удалось запереть эту штуку где-нибудь. Фух, хорошо. Импульс. Латные рукавицы. У них пара латных перчаток из желтого сплава. Тяжелые, но прочные. Режущий. Кстати, режущий 5, у этих режущий 4,5, дробящий такой же. От колющего мои защищают лучше, эти неудобства больше. У них импульса чуть-чуть побольше, но... Блин, мои получше. Я не могу, мне это по нервам так давит, то, что он там ходит. Это просто звездец какой-то. Ой, блин. Надо его как-то обмануть, перехитрить. Не знаю, блин, это свечки. Черт побери, свечки, я надеялся, это свитки, все. Я сейчас думаю, сейчас начитаюсь. Тут взял себе типа чтиво на 3 года вперед. Надо его в одной из этих комнат запереть. Блин, я пожалею о том, что я сделал. Но в этой комнате. Пожалуйста, не открывай дверь. Пожалуйста, не открывай дверь. Оно в этой комнате. Эта комната полностью изолирована. Это у нас 4 комнаты. Я пошел отсюда. Можно сюда какую-то лавочку подставить? Что-нибудь, чтобы... Блин. Дайте мне табуреточку, стульчик. Что-нибудь, пожалуйста. Почему тут мебель не двигается? Мою за ногу. Дайте корзиночку, дайте хоть что-нибудь эту чертову дверь подпереть. Это говно там. Это говно там. Тихонечко уходим отсюда. Дверь открывается в эту сторону. Вот что меня больше всего смущает. Если бы дверь открывалась в другую сторону, я знал бы, что оно никогда ее не откроет. Но дверь открывается в эту сторону. Поэтому просто потихонечку валим отсюда. Ух, как же меня перетрясло-то сейчас.
Я здесь был? Я, по-моему, отсюда пришел, да? И пошел туда. Не шумим. Я похожу пешочком. Мне вот вообще не влом. Блин, походить пешочком. Откуда оно пришло, интересно? Та же комната у нас полностью тупиковая, я надеюсь. Ну да, мы же там были. Просто мне сейчас уже начинает казаться, знаете. Когда волнуешься, начинает казаться. Так, главное не перепутать. Там 4 комнаты. 3 из них открыты, 4-я закрыта. Блин, он меня тоже бьет. Ай! И я его бью. Стоп. До свидания. Ух, что у тебя за пушка вообще? Двуручный меч. Режущий очень хороший, да? Сейчас мы там двуручным мечом. Ну, у него режущий. Блин, кстати, баланс абсолютно такой же. Импульс у моего получше. Тут есть проникающий хороший. То есть им можно, по идее, тыкать. Давайте я его тоже возьму на всякий случай. Я не хочу сильно много перебирать с оружием. Но вот этот я с собой тоже сейчас возьму. Надеюсь, не пожалею. Так, что у тебя было, дружище? Давайте заново одеваться, раз мы все прошлое пропустили. Так, тут покрытие лучше, уже хорошо. Импульс лучше, хорошо. Режущий, оно во всем лучше. Просто одеваем. Еще и неудобства меньше. Ой, ты мой хороший. Так, значит, вот это мы одеваем. Это я тебе отдаю, спасибо, дружище. Шлем. Ну, блин, шлем. У меня-то есть хороший шлем, если что. Я просто менять его не хочу. А вот этот... Не, не, спасибо. Теперь... Покрытие 3. У меня покрытие больше, блин. Но оно защищает... Ну, я бы не сказал, что прям настолько лучше защищает. Половинка от колющего, половинка больше импульса. Кераса... Нет, нет. Не буду ее одевать. Так, сапоги. Нет, сапоги тоже не смогу одеть, потому что у меня тогда наголенники слетят. Знаете, я на скелетов смотрю теперь гораздо спокойнее. Не, конечно, он меня ударил пару раз и все дела. Это было неприятно. Но на скелетов я теперь совершенно по-другому смотрю. Раньше это для меня было что-то волнующее и такое колючее. А сейчас, ну да, скелет. Да, да, скелет. Кстати, вы слышали, что этот чувак говорил? Он говорил, что хочет повлиять на умы скелетов, чтобы они сразились с вот этой штукой. Вот, это также то, что я узнал, есть в магии. Ну, когда мы будем играть за другого персонажа, когда у нас будет ветвь в магии, мы сможем повелевать скелетами, ну, убитыми уже, а не это. И, ну, это, по сути, некромантия, да? Да. Так вот, я бы не против иметь у себя пару союзников. Я же говорю, что вот это прохождение, почему я начал опасаться за его целостность, я не уверен, что я смогу в одиночку, в одно рыло затащить все это. Фух... Давайте мы будем идти, пока идется, все хорошо, все нормально, но я вас просто морально готовлю, что, возможно, где-нибудь случится такой момент, когда я скажу, нет, ребят, дальше я это сам не пройду, и мы с вами начнем потом через некоторое время играть уже за мага-некроманта. Ну, за неизвестного, по сути. Опять же, не хочу настраивать... Так, я же делаю вывод из того, что та штука там сидит, да? Я не хочу никого настраивать на какой-то пессимистический лад, что, мол, нет, мы не пройдем. Нет, мы пройдем, но вопрос, за кого мы пройдем. Хорошо. Пока что, so far, so good, что называется. Мы идем, все хорошо, все нормально. Мы вроде как даже временно решили вопрос с Чубакой. Блин, как мне хочется, чтобы это было не временно, чтобы мы решили вопрос, блин, с чертовой Чубакой. Тварина, блин, толсторылая. Чтоб тебя... Что там за этой дверкой? А мы здесь были?
Некоторые места выглядят очень похожими друг на друга. Это уборная, да. С другой стороны, зачем делать уборные в разном стиле? Все нормально, ведь ну, и так-то в настоящем мире туалеты не сильно отличаются разнообразием. Так, а вот это интересно. Мне кажется, я здесь не был. Или мне кажется... А, нет, мне кажется, я думаю, что я здесь был в прошлой серии. Я просто тогда бегал там чуть ли не на адреналине, и некоторые вещи вполне могли вылететь у меня из головы. Тут есть сундучок. А в этом сундучке очень хороший шлем. Ну, выглядит. Закрытый шлем из железного сплава, тяжелый, но прочный. Знаете, что мне больше всего пока что нравится в этом шлеме? Закрытый скворечник. Прям реально, потому что даже вот насколько хорош вот этот шлем, если тут что-нибудь прилетит в лицо, а вы знаете, в этой игре может быть все что угодно, тебе просто прилетит что-то в лицо, и ты такой, а, до свидания. Так, ладно, у него просто, смотрите, покрытие реально чудовищное, 4,5 против 2,5. Защита, вот у этого защита от режущего, правда, офигительная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 6,5, а здесь только 5. И, кстати, с дробящим он похуже, и с колющим он похуже, и неудобство он дает 4. Но, блин, чертово покрытие. Ладно, фиг с ним, не буду. Блин, я не знаю, брать, не брать. Давайте я его возьму, а вы мне потом, ребят, скажете, зря с собой этот чайник таскаю или нет, потому что он хорош только покрытием. Хотя покрытие там реально офигительное. То есть из-за того, что он закрывает лицо, если вдруг мне какая-то булава по шлему прилетит, она меня, может быть, не рипнет с первого раза. Я надеюсь. Я сейчас ни в чем уже не могу быть уверен. После того, что здесь происходит, я уже вообще ни в чем не могу быть уверен. Это просто дурдомище на колесиках. Так, хорошо. Следуя логике, здесь, раз это полноценный этаж, здесь тоже где-то должна быть карта. Да, хорошо. Я сейчас вспоминаю. Здесь, вот в этих комнатках я был. Мне просто изначально показалось, что нет. Но на самом деле, да. Блин, все равно мне офигеть как неспокойно. Сейчас, если эту штуку где-то встречу, я не хочу ее встречать. Если я вдруг найду ту яму, где вот мне показывали, типа, что ее можно сбросить в эту яму, я нифига не пойду за ней ее выпускать и сбрасывать. Если эта фигня просидит в комнате до конца этого этажа, я буду, блин, только рад. Вот никогда больше не встречаться с этим говном. Я вообще буду не против. Черт тебя за ногу. Входим в клинч. До свидания. Да, он меня пару раз ударил, но я ему не дал хорошего замаха. С чем там вообще ходил, дружище? Двуручная булава. А у меня есть булава. Опа, кстати. А вот это может быть интересно. Латные наручи. А у меня что? Латные наручи. Но этих покрытий лучше. Защита лучше. Ну, все лучше беру. Все лучше и неудобства столько же. Ну, то есть... Стоп, а ты у меня снял и перчатки тоже. Тогда нет, извини. Тогда нет, извини. Потому что перчатки у меня очень хорошие. Блин, это немножечко печально. Наверное, может быть, я их оставлю. Если я найду хорошие перчатки, я смогу их ходить. Так, ладно, что по броньке? Покрытие такое же? Такое же. Она просто лучше. Больше неудобства, да. Но она просто чуть-чуть получше. Кераса, бригандина. У нас от режущего наполовинку побольше. От колющего наполовинку побольше. Импульса побольше. Ну, давайте, да. Ну, смотрите, примерно по пояс она покрывает. Все то же самое, да, годится. По ножи. По ножи.
Они, кстати, похуже будут, чем мои наголенники. Да, поножи я не беру. Шлем, ну, блин, я посмотрю его, конечно, но нет. У него тоже открытый скворечник, но по показаниям он хуже. Вот эту булаву я, наверное, брать не буду. Так, чувак, а что ты здесь, собственно, делал-то? Ты сюда просто пришел? Ну, я здесь был. Хорошо, ладно. Скелет просто пришел, все нормально, все хорошо. Так, по крайней мере, я немножечко разобрался, что делать с ребятами с длинным оружием. Мы просто ходим с коротким и со щитом. И просто прессуем их потом к стенке, чтобы не дать замаха. Чем не тактика? Чего бы нет? Если это глупо, но это работает, то это не глупо. Так, ладно. Что здесь? Оу. А это случайно не тот коридор, который... Я пойду в другую сторону пока что. Не знаю, у меня что-то предчувствие какое-то, я не хочу туда идти. Я пойду сюда. Тут. Да, это вот место с выломанными дверями. Точно, точно. Вот это я запомнил. Это, кстати, было очень знаково. Окей. Пойдемте сюда. Это, по-моему, недалеко от того места, где на нас эта скотина напросилась в прошлый раз, да? Мне кажется. Тут какой-то зал пиршеств, торжеств и всякое такое. О, а ты ж... А, ты просто линия на столе. Мне показалось, что такая флейта лежит какая-то, или палочка, или что-то. Хорошо. Собственно, как вы видите, мне очень удачно удалось не заспойлерить себе ни карту, ни что будет в конце этого этажа, ни как вообще мы с него выберемся, ни что будет после него. Я чисто узнал инфу про вот эту вот мохнатую бестолочь. Черт. Там скелет? Я слышал, там где-то что-то... Да, там скелет. Блин, а он хорош. Не, я не хочу двуручное оружие. Блин, он меня... Офигеть, как пробивает. А он меня сейчас и убить-то может, кстати. Нет! Чертов стул! Уйди! Уйди, стул! Убил. Блин, он меня убил. Надо побегать вокруг. Может, восстановлюсь немножечко? Мне надо жизни хоть чуть-чуть восстановить. Но он меня сейчас может одним ударом догнать, если что. Карусель, карусель. И кто успел, тот присель. Интересно, он восстанавливается в это время или нет? Если он тоже восстанавливается, будет не очень хорошо. Блин, ладно, я переборщил. Скелеты не такие простые. Блин, тут сейчас выглядит крайне забавно. Два дебила, блин, бегают друг от друга. Ну, в смысле, я от него. Но он меня хорошо просто пригрел там такие два раза. Я боюсь, что он меня сейчас вырубит. Это будет не очень хорошо. Я получу красный урон. И, ну, я бы этого не хотел. Блин. Прессуем, прессуем его. Отходим. До свидания. Все. Фух.
просто не входить с ней в ближний бой. Все, это единственный выход, который... Но у него стандартные доспехи, такие же, как и я обобрал у того чувака. Просто у него оружка была хорошая. Кстати, что у тебя там было, что ты там выронил-то? Ого. Это... А, это Полекс. Полекс тоже, блин, хорошая... Ну, блин, у нее только режущий, ей тыкать не получится. Я думаю, что мне нужно бы какое-то очень длинное, хорошее тыкательное оружие. Ну, кроме меча. Тут у нас, да, вот ключ вот этот самый. Давайте его заберу вот сюда. Ключ у нас от шортката вроде был, да? А, и тут вот в сундучке у нас было что-то хорошее, я не помню. Ага, латы. Точно, 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 латы. Которые нам заменят и наплечники... Блин, посмотрите, сколько у них неудобства. Это просто... Сколько у нас станет неудобств? Ну, сейчас 2,5. 3,5! Ну, по сути, эта штука, она у нас защищает лучше, чем наплечники. Ну, посмотрите на данные. Она защищает лучше, чем наплечники. Она защищает... лучше, чем наша... Ну, блин, на самом деле, не... чем кираса не лучше. Чем кираса она защищает точно так же. Мы просто получаем бонус для плечей и для... Не хочу, спасибо. То есть я получаю целое лишнее одно неудобство из-за бонуса для плечей и рук. Ну, наверное, нет. Все-таки... Не хочу. Слишком громоздкая, слишком неудобная. Вещь, конечно, неплохая, но, пожалуй, нет. Мне кажется, что я проживу без этой вещи. Ну, как проживу? Вон, вы видели, как я выживаю, блин. Мотание вокруг стола. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, вот эти штучки, да, я их обшаривал, ну, какая разница, я же я загрузился. Меня, ладно, меня загрузили, меня грохнули, загрузили, я их обшарю еще раз, не проблема. А, ключ, который я получил, он у нас... Вроде как, если я помню, исключительно шорткатный. Вообще, я заходил в эту комнату с этой стороны в прошлый раз. Да, и с тем скелетом я дрался... Я заблудился, это нормально. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Ага, вот. Так, ключик-то ладно, ключик пусть лежит. Он никуда не денется. Давайте... Да, блин, посмотрите здесь сколько всего. Кстати, тогда такой вопрос, ребят. А эта тварина... Эта тварина тут одна или нет? Я просто наткнулся на скелет, и он от меня просто убегать начал. Да хватит в столах-то застревать. Все? Фух, я просто в скелеты врезался. Да подойди ты к нему, пожалуйста. О, у него щит есть. Оу, щит. Так, ладно. Импульс 3. Импульс 3, он точно такой же. Кстати, да, я еще научился вот такую штуку делать. Просто физическое покрытие. У него гораздо меньше. Поэтому нет, спасибо. Это я выброшу, это я выброшу. Ну, тут все вещи у него точно такие же. Я просто, блин, в скелета влетел. Офигеть.
Ну, смотрите, кроме того скелета с алебардой, который нас только что чуть не отмудохал, в принципе, мы с ними справляемся довольно неплохо, мне кажется. Блин, а вот только я сейчас это скажу, случится какая-то фигня. Так вот, к чему я говорил. Я надеюсь, вон та фигня здесь одна, вот тут демон, так называемый. Ну, по сути, если ему даже записка была посвящена, что где-то здесь ходит демон, бла-бла-бла, то, наверное, оно же один. С другой стороны, тот чувак вполне мог увидеть только одного, а их здесь на этаже может быть сколько-то. Ну, это немного спорный момент, потому что я не видел свидетелей. Блин, чтоб тебя. О, у меня левел накапал. Я ему по щиту бью, да? Ау. Вот это сейчас было очень больно. Я не уклонился. А стоило бы... Отпусти руку! Да блин, дурак, встань! Что? Физика, прекрати! Надо, наверное, немножечко восстановиться. Офигеть! Меня скелет вырубил. Ну, блин, у него булава, кстати, или это не булава? Меня скелет вырубил, красавчик. Как только я сказал, что мы с ними неплохо справляемся, на, хлобысь тебе, чувак, все, заслужил. Возьми меч. Возьми меч. Так, мне кажется, что еще в драке с прошлым мне показалось, что с таким чуваком надо держать дистанцию. Блин, ну мне, зараза, много урона нанес. Это яма! Ха-ха! Здравствуйте. Знаете, я ее на всякий случай подготовлю. Он там ходит, кстати. Я ее на всякий случай подготовлю, если мне все-таки придется что-то резко делать, чтобы эта яма у меня была. Так, а как люди делали? А, вот, точно! Я просто видел в ролике, что как-то можно вращать предметы. Да, можно. Ага. Так, значит, мой враг это узкое пространство. В узком пространстве очень плохо, потому что я спотыкаюсь, перецепаюсь, это все плохо выглядит и чувствуется. Где эта тварь? Я не про Чубаку, я про скелета. Блин. Да я не могу прочувствовать. Ногу-то отпусти! Ох ты ж! Ай, блин! Он меня второй раз сейчас убьет, я хотел сказать. Так и убил! Тварь, да задолбал ты! Какого фига? Какой ты чертов скелет? Я только что вас пачками жрал. А-а-а, бесит. Так, хорошо. Р. Да поменяй ты руку! Твою за ногу. До свидания, говно. Блин, я знал, что мне это пригодится. Да, я его не облутаю, но там того лута, короче.
Где мой меч? Я знал, что мне это пригодится. Учитывая местную физику, блин, это сейчас было просто... К черту этот лут, который, блин, эта тварь на меня сколько? Два раза опрокинула. Смотрите, сколько он мне урона нанес. Это просто чудовищно. Ладно, давайте хоть левел прокачаем. Ага. Щиты, кстати, да. Что у нас там по щитам было? Резкий ответный удар после блокирования. Кстати, может быть, да. Продолжайте атаковать, принимая удары на щит. Отражайте больше ударов, пока рука щитом не устанет. Носите самые громоздкие щиты легко и непринужденно. Кстати, раз уж мы стали заходить со щитом, так почему бы не вкачать на него навыки? Больше урона, больше ударов. Давайте, наверное. Давайте так. То есть, по идее, у нас теперь повысилась просто стамина. О! Латные поножи. Кстати, а выглядит неплохо. И они... Блин, ну они, смотрите, сколько неудобства приносят. Это же просто звездец. Да, у них покрытие хорошее. Импульс хороший. Режущий, кстати, такой же. Дробящий даже меньше. И колющий меньше. Да ну не, ребят, наверное, не. Ну, вы посмотрите, менять одно покрытие на 4 неудобства. Ну, блин, я не знаю, будут как этот, как пирожочек туда-сюда бегать. Ладно. Яма нам уже как минимум сослужила хорошую службу. Я крайне надеюсь, что мы не встретимся больше с тем говном. Но, блин, а как я найду яму, когда я буду в панике удирать от этой твари? Как я найду это все? Я же не найду. Я буду просто мотаться и орать, да? А тут что? А тут ничего. Ух. Блин, до этого, смотрите, сколько скелетов перебило. Точно такого же тоже убил. А этот, короче, взял и два раза меня грохнул, третий раз чуть не грохнул. Что это вообще было-то? Это так нечестно. Ладно, шучу. Куда я пошел? Это что, переход на другой уровень? А что? Что с графикой было только что? Да, ребят, это переход на, получается, пятый этаж. Поэтому пойдемте обратно. Пойдемте обратно по одной причине. У меня есть точная инфа о том, что на каждом уровне должна быть банка с хилкой. А на этом уровне я банку с хилкой не нашел. Да пройди ты, пожалуйста. Вот знаете, иногда... Ну, я понимаю, что это побочные стороны этой механики, но иногда это просто настолько вымораживает, что где-то пяткой застрял, и все, у тебя персонаж недееспособен полностью. Так, хорошо. Что у нас здесь? У нас комната с 4 колоннами и... Я думал, это уже на меня нападает. И тут проходы. Проходы эти... Не абсолютно тупиковые. Нет, тут есть столовка. А из столовки есть проход. Блин, я думал, эти комнаты тупиковые. Нет, они не тупиковые. Из столовки есть проход в еще одну столовку побольше. Блин, а я здесь был? Черт. Ну, он меня заметил, да. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, дружище, иди. Идем. Беги за мной, если хочешь жить. Я не знаю, на вид у него вроде как никаких особых крутых шмоток нету. Главное самому теперь не упасть. Не упасть, говорю, тварь! До свидания. Фух. Это пока работает. Пока это работает.
Ладно, минус 2. Да я не хочу рисковать, пошли они нафиг. Вряд ли у того скелета были какие-то шмотки, которые прям лучше, чем у меня. Пока бежали, я пытался посмотреть, чем он там махал и что на нем было надето. Да ну нафиг. Оно того не стоит. Чуваки со щитами опасны. Почему я не могу сказать такое про себя? Ну ладно. Вот, видите, когда немножечко успокаиваешься, самую капельку, чуть-чуть успокаиваешься, и начинаешь мыслить разумно, то... Блин, а что за дверка? А, выглядит как кладовая какая-то. Я пока в голове пытаюсь держать путь. Я хотел сказать, я пытаюсь держать в голове путь, как сюда выбраться, так, а я сюда же и выбрался. Фига себе. Хорошо, я вас понял. Ага, то есть тут просто дверка в бок была. И тут... Точно, стойте, я же на этом кладбище стульев-то был в прошлый раз, по-моему, да? Я что-то начал вспоминать. А тут... Тут хилочки, ну тут хилочки вряд ли будет. Тут стулья, столы, всякие дребедень. Все это обыскать невозможно. Самое отвратительное, что здесь стулья не поднимаются. Я вон хотел стульчиком дверь подпереть в начале серии, но стульчики здесь не поднимаются. Так, хорошо. Понятно. А вот это тогда куда? Ключ, опять же, который мы подобрали, но он от шорткаты. Я не вижу... особой паники, если мы его ни разу не используем. А это куда? Да вы офигели! Это туда же. Это туда же, просто чуть-чуть в сторону. Идем обратно. Хорошо, у нас есть два выхода. Ну, по сути, выходов с уровня 3, но один перескакивая вот этот уровень, а два прямо туда, куда нам надо. Ну, смотрите, он получается не такой большой этот уровень, как мне казалось. Это вот напротив выломанных дверей, да, это вот напротив выломанных дверей. Значит, если мы пойдем сейчас сюда... И пойдем вот сюда. Это вот запертая дверь, которая у нас вот этот ключик. Это выведет нас на начало уровня, где мы, по сути, уже были. Так, значит, если мы теперь ломанем вот сюда... Я нашел записки. Я не нашел зельку. Вот что меня немножечко напрягает. А зельку я бы хотел найти. И тут у нас вот этот косой коридор, в котором у нас заперта эта тварина, да? То есть все вот эти комнатки, я же в них был. Грубо говоря, да, я вот этот столик помню, вот этот проход помню. И здесь я был, да? Или... Ну-ка. Ну да, здесь я тоже был. Вот все эти вещи, которые я обыскивал. Ну да, да. А ты у нас коробка. Кстати, давайте... Блин, нет, стоп, коробку я здесь раньше не видел. Я не могу ее взять. Почему? У меня переполнен инвентарь? Нет, я просто не могу взять коробку. А почему? Теперь я и щит не могу взять. Ниночка, что происходит? Что с моим инвентарем? Ладно, пофиг на этот щит.
А, ну вот же, кстати, скелет, которого я мочил. Точно, точно, точно. Нет, ну я везде тогда здесь уже все облазил, ребят. Пару раз получил по мордам, но, в принципе... Ну да, косой коридор. Три двери и четвертая заперта, оно сидит там. Не, мне сюда не надо, все. Может, я тут в этих комнатах что-то упустил? Вроде нет. Я сейчас крайне неуютно себя чувствую, находясь здесь. Ну вот, смотрите, чувак на стульчик облокотился, ему все хорошо. Да. Мы все это здесь видели, все это были. Я вроде как ничего не упускал, просто валим отсюда. В конец коридора. И получается на выход уровня. Блин, ну, меня получается тогда. Ну, не то, что. Нет, меня не обманули. Здесь где-то должна быть хилка. Просто я ее не нашел. Новых помещений я не вижу. Оно все закольцовано. Я вроде как вижу все, где что находится. Так, где у нас там выломанные ворота были, да? Вот это проход к... Кстати, не знаю, ребят, вы мне скажите, что лучше, пройти вот здесь или там, где яма? Та яма-то канава. Мы сейчас тут через кладовку пропремся, наверное, да? Это же через... Это вход через кладовку, вот сюда. Да, точно. И мы выйдем в то место, где яма. Блин, я более-менее запомнил этаж, офигеть. Может, тут и нету карты? Потому что он небольшой. Его можно запомнить, если по нему побегать. Без спешки, блин. И без горящей задницы. Скелетов мы тут всех перебили. Ну, как бы мы. Половину просто, блин, как... Это Спарта! Пум! И в пропасть. А, хорошо. Значит. Окей. Я считаю, что этаж более-менее зачищен. Не будем обращать внимание на Чубакку, запертую в кабинете. Не будем обращать внимание на ненайденную хилку. Блин, я не хочу... Я хочу найти хилку. Это важно. А вот это что такое? Это просто барельеф? Очень странно выглядит. Ну, гляньте, ну это же реально странно выглядит. Хорошо, здесь у нас были только поножи. Блин, мне кажется, в прошлый раз, когда я там полутался, я немножечко лучше залутал это все. Ну, я понимаю, что вещи тут генерируются случайно, поэтому... Не, ну это просто барельеф, да. Ну, это просто выглядело как ящики. Тут у нас две тупиковые комнатки. Здесь у нас выход сюда, выход вокруг. А внизу у нас что, напомните мне? Внизу у нас коридорчик, который построил Джек. Что? Извините, не расслышал. А, игральная комната. Это вот доска, я не знаю, ну, я не могу ее называть ее шахматной. В этой вселенной, наверное, нету шахмат. Но она выглядит как шахматная. Стойте, а здесь я был разве? Секунду. Я этих сундуков не видел. Меч. Украшенный, но по-прежнему превосходный короткий меч. Короткий. Гляньте, кстати, какой у него режущий урон-то хороший. Давайте сравним с вот этим. Смотрите, у этого режущий. Блин, вы посмотрите, он же гораздо лучше. А я чуть не ушел с этажа. Красиво. Давайте вот этот я, конечно, заберу. А, теперь в инвентарь все ложится. Короткий меч. Короткий. Полуторный. Короткий. О. У него гораздо лучше баланс. На импульс не такой уж это. Просто единственное, что у меня не будет радиуса замаха. Но так-то он очень даже очень, как по мне. Я это, наверное, оставлю на следующую серию. Я подумаю, с чем я хочу ходить.
Потому что, ну, не знаю, длина меча все-таки тоже имеет большое значение. Опа, латные сабатоны. Ну, как бы, да. Просто... До свидания. О, теперь мне на пятку это... Пяткой не оттопчут мизинец. Теперь я прям защищен, чувствую себя хорошо. И пальто... Да нет, спасибо. Хорошо, ребят, хороший меч, хорошие боты. А, вот это местечко я и не исследовал в прошлый раз, получается, да? О, тут табуретки можно поднимать. Стулья поднимать нельзя, табуретки можно. Это стойло! Это кормушки для лошадей, явно же. Это же не писсуары для великанов, блин, елки-палки. Окститесь. Это стойло. О, вот сюда вот привязывали лошадь. Да-да-да-да-да. Все так и было. А вот тут вроде как небольшая оружейная. О, а вот получается, что здесь я вот и не был. Хорошо, тогда быстренько проверяем на предмет секреточек. Хотя я так быстренько-то и не проверю, наверное. Ладно. Это у нас игральная. Минуточку, какой нафиг стоило в подземелье вашу за ногу? Вы чё? Это вообще законно? Откуда здесь лошади-то? О, закрытая дверь. Нет, ребят, подземелье ни разу не исследовано еще, погодите. Я хотел сказать, все, расходимся, но... Нет. Здесь еще есть что посмотреть. Например, вот эти сундучки. Это же... Блин, это... Я думал, это сундучки. Ну вы чё так обманывать людей-то? Это выглядело очень многообещающе. Ну это явно выглядело как сундучки. Хорошо, а тут что? Блин, тут еще жевать не переживать. Ты смотри, я думал, что... Я, видимо, открыл какой-то определенный кусок карты, который закольцованный был. Ну-ка. Дасин, сделай, следите за писарями и архиваторами. И архивистами, особенно архивистами. Было много сообщений о кражах и недостачах. Мы должны быть осторожней. Ого. Кражи и недостачи. Значит ли это что? Я найду какие-то сокровища. Блин, а вот... До этого я себя чувствовал спокойно, потому что я точно знал, где я и что я. А сейчас я опять заблудился. Да-да-да, есть такое. Так, а умывальники есть какой-то? Блин, это не умывальник, это, кстати, немножечко другое. Кстати, посмотрите, полуторный меч, он очень неудобен в замкнутых пространствах. Смотрите, как я им цепляюсь, я на это сегодня уже неоднократно жаловался. Возможно, здесь короткий меч и будет хорошим выбором. Ух ты, что за соты? Что за пчелы? И неправильные пчелы делают неправильный мед. Писари и архиваторы, ну, в принципе, понятно. А, это вот дверь, нет. Это дверь или эта дверь? А что из вас дверь? Извините, пожалуйста. Все, понял. Серия у нас уже второй раз затягивается. Ребят, извините, кому это, но я что-то не могу завершить серию вот так вот на полуслове недосказанности. Мне все-таки интересно глянуть, ну, еще чуть-чуть, еще капельку дальше. Это, пожалуй, одна из тех игр, в которую я жду, чтобы поиграть, потому что я в нее, как вы понимаете, не играю. Ну, то, что я в прошлый раз доигрался до загрузки, это не считается поиграть. Я в эту игру не играю без записи, и на самом деле я жду, чтобы продолжить играть, потому что мне интересно. Так, шкаф пустой, шкаф. Пустой шкаф с хилкой. А, фиг, со свитком. Хорошо. Старый свиток. Сжечь. Сжечь все. Целую жизнь наблюдать за вашим... Наблюдать за вещами, которые я должен теперь спокойно из... уступить огню. Ради чего? Учение чудовищного предателя. Жалкая правда о том, что никто не хочет признать свои правоты. Слишком много было вложено. Все это
не могло пропасть даром, и потому мы уходим и сжигаем мосты позади, позволяя слепой надежде быть нашим проводником. Да, люди явно собирались, и собирались, ну, немножечко, пожалуй, в спешке, раз тут все разбросано, раскидано, все вытащено. Ой, эти табуретки тоже можно поднимать? Хорошо. Сжечь, сжечь все. Но тут были какие-то архивы и библиотеки. Окей, понял. Архивы, библиотеки. Знаете, что я думаю? Что вон та вот конюшня, которая там была, там был гонец. Это была конюшня для гонцов. То есть там были лошади. Блин, я не знаю, правда, как с лошадями-то в подземелье. Но там были лошади. Или одна, или две. Ну, судя по кормушкам, две. И это были гонцы, которые доставляли письма. Вот тут шкафчики необлутанные. Окей, как только я подумал, что я полностью закольцевал уровень, и что он небольшой, мне такой уровень... Ну, на, чувак, держи тогда. Да! Все! Теперь я могу спокойно завершать серию, блин, шкафчик с хилкой. Ай, блин, какая ирония. Ай, хорошо, хорошо, хорошо. Все, 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 все. Мне не соврали. Блин, черт побери. Тупо шкафчик с хилкой. Так, там же ж я был, да? Это вот как раз... Та, меч-то вытащи свой из задницы. Это же у нас как раз... Что? Нет, это не стоило. Это я запутался. А что здесь? Или это как раз выход? Куда я бегу? Зачем я бегу? А, это игровая и стоило. Да, все верно. Все-все-все. Нормально. То есть, по сути, вон там у нас все исследовано. Тут был один вход. Фиг там все исследовано, тут скелет. Ау, поляшки. Все, до свидания. Ну вот смотрите, чувака, с такой же булавой, с таким же... Блин, ну нажмись на нее. Да, булава и щит, и все. Ну, блин, мы его сложили вообще за нефиг делать, да? Он нас там один раз поцарапал. Но черт побери, почему тот нас мочил два раза? Что это было вообще? Ха. Это рандомный скелет какой-то, который тут лазил? Который пришел из... Ну, мы тут везде были уже. Откуда ты взялся-то? Они же не могут... Ну, вот, да, архиварня и всякое такое. Они же не могут как-то спауниться здесь? Не. Все скелеты, все люди, они же ж вроде как просто остатки того, тех, кто здесь были. Это странно. Это странно. Ладно, ребят, все, давайте валим отсюда. Мне кажется, я там все обошел. По крайней мере, это так выглядит. Это у нас выломанная дверь. Это у нас вот сюда вот тройной вход, да? Да, сюда тройной вход. А, значит, вон туда это вход... Не знаю, почему-то вход с ямой мне нравится чуть-чуть больше. Возможно, я не прав. Давайте сделаем так, ребят. Кто проходил, кто знает, вы мне скажите, как удачнее зайти на тот уровень или там вообще без разницы. То есть у нас есть тройной вход, есть вход с ямой. Я сейчас остановлюсь, наверное, серию возле входа с ямой. Потому что мы тот вход как-то нашли первым и всякое такое. Теперь я чувствую, что уровень мы реально обыскали. Вот у нас проход на следующий уровень. Здесь мы тогда с вами сейчас серию закончим. Фух. Нормально, нормально. Пока что хорошо. Все, ребят, спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.